Тавулечка, помаши привет. Привет, сыночек. Пойдем сегодня с Давкой после обеда. Часиков 4, по-моему, у нас здесь стадион в парке рядом. Вот там, с той стороны. Пойдем на футбол. Да? Давидка, пойдем на футбол. Ветер у нас сильный. Несмотря на то, что начало осени, очень сильный ветер. Как тепло, но ветер сногсшибательный. Да, вот мы взяли с собой ведерко, упало, да? Крабельки и совочек Давид сегодня заказал. Говорит, будем песочки ковыряться. Да? Вставать будешь или еще кататься? Высоко в космос, да? Высоко. Сынульку запускаем в космос. Шапку не одели, поэтому пришлось одеть капюшончик на голову. Вот так вот его одела сегодня, без колготок, но в теплых штаниках. Да, а грабельки, совочек будешь забирать? Забирать будешь? Иди забирай. И ведерко забирать. Мой маленький покемончик. Пошли на песочек играться. Пойдем. Пошли. Пойдем на песочек играться. Мы собираем ведерко каштанчики. Так, он еще рядышком каштанчик. Так, а вон еще, смотри, рядышком. И вот, сынулечка, смотри, каштанчики. Бери ведерко. Так. Клади ведерочко. И вон еще рядышком, смотри. Вот. Пошли, я тебе покажу, где еще много каштанов. Так что сегодня в 4 вечера пойдем на футбол. Раз сейчас успеем прийти, покушать, поспать немножко. И пойдем. Да, сынуль? Одели футболку с длинным рукавом, с начесом, тепленькую. Сверху джинсовую курточку одели. Штаники с начесом. Я не очень люблю одевать колготы, поэтому мне проще одеть теплые штаны, чем тонкие с колготами. Штаники очень теплые, там на флисе внутри. Кроссовочки теплые, носочки. В общем, погодка у нас градусов 16 или 17, где-то так. Но очень ветер холодный. А так, в принципе, хорошо. Солнышко вылазит даже иногда. Отремонтировали, наконец-то, нашу качельку. Вот этот весь лабиринт отремонтировали. Вообще у нас хорошая площадочка. Да, может быть, дальше еще покажу. Делают фонтан у нас новый. И новые кованые эти скамеечки поставили. Такой домик у нас еще есть. Вечером открывается домик-лабиринт. И вот здесь еще батут ставят. Здесь детский. Так вот. Так что да. Мама немножко покатается. Тава, ты каскадер? Идем на пушку, как всегда, на нашу любимую. Давуля, повернись, пожалуйста, к нам. На пушку пойдем? Пошли. Пойдем на пушку? Песочка принесем пушке? Идем? Или ты уже перехотел на пушку? Еще каштан. Вот так, ротик надо вытереть, да? Пойдем?
Бежи, бежи! Что там за такая бедняжечка, бродяжечка маленькая, а, стоит? Кто это там такой? Тебя каштанчики там, да, ведерки? Каштаны ведерки, да? К пушке пойдем и там высыпем, да, каштанчики на пушке? Нет? А что мы будем делать-то? Хочешь упасть? Ручку тебе подать, да? Помочь тебе залезть на пенечек? Ой! Не садись на пенек, не ешь пирожок. Высоко сижу, далеко гляжу. Так Маша говорила Мишке. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Да. Ой, большой дав, да? На пенек. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Большой дав на пенечке стоит. Классно, высоко, да? Большой дав. Ручку давать? Даю. Оп. Побежали. Все, пока пенечек. Пока пенечек. Пришли на пушку. Давидка, ты идешь? На пушку идешь? Ты ягодки собираешь, да? Ведерочко. Ведерочко, ягодки. Листик. Еще и листик нам надо, тоже туда. Туда.